глаз привык к прицелу, а может, бросим небо, пускай корыто цело, и мы поймаем время, а убивать не будем, пока не в злой жаре мы не ночь лежит на блюде. Давай. У нас вся жизнь в запасе, а может быть, в залоге. Мы снова в первом классе, так долго на пороге. Давай отыщем выход туда, где нам не поздно пьянеть от дождевых вод, куря прохладный воздух. Давай! Мечту, желание, волю исполним все равно чью. Давай трамвай угоним, а то скучает ночью. И мы обгоним джипы, и мы обгоним байки, и этого забылка желтых тротарей. Давай! Давай! Себе свой корыт снял, хотел воды напиться, но видно был корыстен и выпил из копытца. Прости, прощай, но надпись оставь мне на медали. Уходят времена, пусть. Зато тогда мы дали. Давай. Давай. Алексей Воронин всем привет передавал, я уже не то встретил. За окном осыпано бумага фонарей, выйдя с двери и ее скорей, круглые листы лежат на плоскости, ждут карандаша. Глаз прищуривая, руки чешутся, волнуется душа. Чем тебе покажется бумага фонарей, чем скорее ответишь, тем верней. Карты транспарантом рискать от себя ланча на ходу. Шпорой перевязочным пакетом всех секретов на виду. За окном подмигивают дети фонарей, сколько ярких окон без дверей, сколько сказок знают, я прошу их рассказать всего одну.
Можно ли мне не суетиться и звучать свою волну? Что ты мне напишешь на бумаге фонари? Ничего не проще, хитрее и танцу в своей тени растворяясь, исчезающих дыша. Снова вдохновение возвращаясь в конец карандаша. Я с детства освоил, вокруг меня земной шар. Велик и прекрасен, и как я могу не принять этот дар? Вперед за воздухом, светом, за красотой, а мальчик хочет домой. Но то ли не остановит, то застрянул в каких-то вещах. Так оставь телефон, не трать свое время, уйди на защак. Одетый не по погоде, без карты хромой, мальчик хочет домой. Его жить без этого дома, где житель земли. Я согласен есть в привокзальном кафе и спать в пыли. И если быть плохо, то можно выбрать другой такой, а мальчик хочет домой. И вот вот и без делаю, что тут не так. Раскрыт рисы, нижний кабан, белки на враг. Все ходят еще, никто не кричит за спиной. Постой, а мальчик хочет домой. И ласково море бьется, твердый гранит. Она милая и свежая, готова не то, что скажет все, наконец-то ты мой, а мальчик хочет домой, а это так на один выходной. Есть вариант, успокойся, живи не как все. Видел этот гроб, я слышал это по все. Уют, квартира, стол, команда отбой, а мальчик хочет домой. Прыги, скрежет белый, цвет кирпича. Стоит дом, везде заводят в него, пьют в нем чай. Только как забор с колючки ставят стеной, но мальчик хочет домой. И только где он свой? Не судите меня, но примите таким, какой есть. Несколько мальчиков даже уже дают мне честь. Но что делать с тем, который считается мной, и он хочет домой? Я не в силах сказать ему «стой», значит «домой». Домой! 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 Там и пока рано, но я и так почти был.